Здравствуй. Здравствуй. Ну как? Ничего. Получил положительный отзыв на диссертацию. Профессор очень упрямился, пришлось повозиться. Человеку вообще трудно сбить с намеченного пути, а это было особенно упрямо. Милый. Поехали. Поехали. Тихо, мама спит. Хочешь? Нет. Иди сюда. Послушай, я хочу тебе что-то сказать. Ну, как тебе рассказать? Вот, понимаешь, шла я сегодня по улице, и все было как всегда, понимаешь? Совсем как всегда. И я вдруг поняла, что люблю тебя. Так люблю, что не могу без тебя. Ты меня слушаешь? Слушаю. Я тебя тоже очень, очень люблю. Просто не люблю, когда об этом много говорят. Родной. Так вот, значит, как ты живешь. Не жирно. Мы люди маленькие. На госбюджете. Михайлов тоже на госбюджете. Загляни к нему в кабинет, два телевизора, чтобы сразу две программы смотреть, и первую, и вторую, не упустить чего-нибудь. Куришь? Нет, спасибо. Напрасно лишаешь себе удовольствия. Ведь так мало в жизни.
Слушай, что там твои хламоны у нас начудили? А что? Ну, грозят закрыть второй цех. Ну, и правильно делают. Что правильно делают? Что хотят закрыть. Пока не поставят очистные установки. Цементная пыль губит город. Будут у тебя очистные установки. Будут. Это ты мне 2 года назад обещал. И 1 год назад обещал. Ну, поставим. Поставим 3 фильтра на каждую печь. Слыхала? Ну, даю тебе честное слово. И это я слыхала тоже. Слушай, ты, кажется, образованный человек. Газеты читаешь. Ты уясняешь, что значит закрыть второй цех. Это закрыть почти весь завод. А это цемент, плотины, дома, школы, ясли, больницы. А ты уясняешь себе, что такое цементная пыль? Это погибающий вокруг города лес, оползни, негодная питьевая вода, отравленный воздух и болезни. Ну вот, что об этом печатать статейки, это нынче модно, а народу нужен цемент. Цемент! Так вот, ты поставь очистные установки и давай свой цемент. А бюрократились, черти. Закисли у телевизоров. Зажирели? Ну, хорошо. Магазин вы прикрыли. Пусть, согласен. Но зачем впутывать в это, народный контроль? Ну, а что же прикажете мне делать? Ну, халаты оденем новые. Холодильные установки наладим. Не будет ни одной мухи. И на все это потребуется 2 дня. 2 дня? Да. Прекрасно. С проверкой приеду сама. А, ну, если сами, тогда через недельку. Шумомер показал, что шум свыше 50 дБ. Показал. Протокол о санитарном нарушении составлен? Да, составлен. Жильцы спать не могут? Конечно, не могут. Ну, а кто в этом виноват? Ну, как кто? Машины? Чьи? Не понял, как чьи? Государственные чьи? Так где они стоят? У нас в мастерской стоят, что? Ну, а вы же директор мастерской. Да, директор. Ну, вот на вас мы и наложим штраф. Я не понимаю, ну почему это на меня? Я же эти машины не делал. Был рабочим, слесарем, уважаемым человеком. А вот взяли, выдвинули интеллигенты. Я же все понимаю. Инструкции я знаю не хуже тебя. Но нельзя же из-за какого-то пластика, черт его подери, не принять дом. 15-этажный дом. Да не какого-то, а вредного. Все твои лаборанты – перестраховщики. Там люди сидят, ждут. Живые люди сидят на узлах. А ну-ка скажи своим, чтобы подписывали акт о приемке. Не могу я, Петр Кузьмич. Ну, не могу. Ты же главный врач санэпидстанции. Государственный санитарный врач города. Замзав горздрав отделом. Депутат. Ну, посмотри, какая ты важная. Не будь бюрократом. Ну, побойся Бога, люди уж мебель купили. Некоторые пироги испекли. Надо подписывать. Звони. Ну. Нет. Ты...
Здравствуй. Почему не телеграфировала? Что случилось? Дело в том, мамочка, что меня бросил муж. Мам, как мне хорошо с тобой. Как я счастлива, что я опять тут. Настя, брось курить. Я просто никак не опомнюсь. У меня не укладывается в голове. Все было так хорошо. И вдруг... А кто она? Кто? Современная девица. Нужен муж с квартирой, с машиной. В скором времени доктор наук. В общем, она знала, за кого уцепиться. Ты что, видела ее? Нет, ну что ты. Да ну ее, к черту. Дело не в ней. Устала? Как ноги-то? Болят, болят. Настя, ну брось курить. Да. Он что, сказал тебе, что любит ее? Мне? Ну зачем же со мной ему об этом говорить? Это ему было бы неприятно. А эти люди, они как-то не любят неприятного. Все это, мамочка, делается сейчас гораздо проще. Пришла с работы домой, на столе записка. Ушел к другой, прости. Если можешь, Илья. Вот и все объяснения. Просто, легко, элегантно. Ну, а все же, кто она? Какая телекисточка? Конечно, в каждой семейной жизни. Непросто. Да, непросто. И мне нравились молодые люди. Но я гнала даже мысль, понимаешь, я любила его. Понимаешь, любила, а теперь я его ненавижу. И никто мне, кроме тебя, не нужен. Никто. Да, родители — это хорошее изобретение. Да. И как я могла любить его, дура? Хорошо у тебя. Спокойно. Вот езжу в Москву, уволюсь. И все. И заживем мы с тобой по-новому. А вернее сказать, по-старому. По-прежнему. Но ты была у доктора? Что он сказал? Сказал, что я старею. Ах, Илья, ах, негодяй. Господи, кто это в такой поздний час? Сиди, мам, я открою. Илюша? Да, это я, Илья. Живописно. Чего вы здесь делаете? Сплю. А вы кто? А я из цирка. Шпагат, каучук, танцы на проволоке, джигитовка. А вы муж Насти? Муж. А почему же вы тут? Проклят и изгнан. За что? За любовь, деточка, за любовь. Да все, я вас знаю. И то, что вы только вчера приехали, и то, что изменили жене. О, даже это? Да, даже это. Изменил. Так молодо, уже формулы, схемы. Жена, конечно, свята, но есть же другие женщины.
Как вы прикажете это сочетать? Веками размышляет над этим человечество. Мрачная неизвестность. Настя, я качался и каялся в детской коляске всю ночь. И теперь хочу есть. Пожалуй, и я позавтракаю. Ну, пойдем, приготовим. Только не воображайте, что я с вами в мире. Что вы? Знаешь, он мне не нравится. Не мирись с ним. Неужели ты думаешь, что я помирюсь? Да, у мамы, как всегда, не густо. Сыр. Нет, сыр не пойдет, он его любит. Так, дадим ему докторской колбасы, он ее терпеть не может. Держи. И еще от кробочки он их тоже не переносит. Настя. А чего ты его сразу не выгонишь, если он тебе изменил? Сразу нельзя. 5 лет есть 5 лет. А я бы разом. Гнать так гнать. Все надо делать с умом. Зови. Пожалуйте, кушать подано. О, царский завтрак. Бычки в томате. А вот и колбаска. Да, 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 да. Все, что я люблю. Старались. Настя, нам надо с тобой поговорить. Мне уйти? Нет. Что же ты хочешь мне сообщить? Я тебя очень люблю. Мне уйти? Да. Сиди. Продолжайте. Печенье дай мне, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. А вы дайте мне варенье. У меня нет аргументов для защиты, но у меня есть аргументы для победы. Я действительно тебя очень люблю. У вас какие-нибудь свои дела есть? Уйдите, пожалуйста. Останься. А вы продолжайте, продолжайте. Итак, я попался. Меня завлекли. Сбили с ног. Я пытаюсь подняться, а ты, Настенька, даже не можешь протянуть мне мизинца. Девушка, это чужая интимная жизнь. У вас очень скоро будет своя. Недолго ждать. Уйдите отсюда. Не командуйте. Я в своем доме. Слушай, не сердись, уйди минут на 10. И тут же назад. Очень милая девочка. Было. Я же ничего не говорю. Было. Угар, приключения. Ну, давай все забудем. Как будто бы этого не было. Нет. Ну, хорошо. Подойдем с другой стороны. Ну, разве семейная жизнь – это только постель? Нет. Это родство душ, соприкосновение умов, слияние взглядов. Это, наконец, общность, которая появляется в результате сплетения вкусов, привычек, Настя. Интеллекта. Слезай с кафедры. Ты мне изменил, а теперь читаешь лекции, поешь романсы. Это невыносимо. У тебя мерзкий характер, Настя. Поэтому все произошло. Давай, давай. Вкалываешь 24 часа в сутки. Студенты, кафедра, клиника, диссертация. А тут попреки, скандалы, нервотрепка. Давай, давай. Боже мой, какой я осел, что приехал сюда. Унижаюсь. Перед кем? Я просто размазня, бесхарактерный идиот. 10 минут прошло. Вась, пойдем.
Вы помирились? Да. Нет. Странная штука семейная жизнь. Ну ладно, знакомьтесь. Вася Ковалев. Пьющий? Нерегулярно. Так вы студент? Без пяти минут инженер. Простите, а кто ваши родители? Мать работает, а отец пишет. Послушайте, девушки, сообразите яичницу. Бычки мыслям не помогают. Ась, пойдем? Угу. Очень кушать хочется. Сигаретки нет? Да нет, я не курящий. И не курите? Нет. А вы с женой разводитесь? А кто вам сказал? Ася. Так, небольшое землетрясение. Средних размеров. Кричала? Ну, а какая же жена не кричит? Это, молодой человек, форма их существования. Яичница готова! О, душа женщины. Туман, загадка. Гнев, молния, гроза, бурлит, сердится. Несправедливо сердится. Но любит, все-таки любит. Боржом и яичница. Я вам говорю. Спасибо, Настенька. Хоть за это. Вася, прошу. Давайте, дорогой. Извините. Вот позавтракаешь и поедешь обратно в Москву. А как? С обедом? Пообедаешь в вагоне-ресторане. Настя, Настя, знаешь, я тебе купил подарок. Где он? О, чудо отечественного производства. И, кстати, на улице Горького. Ну, одень, я прошу тебя. Оставь ее при себе. Я прошу тебя, надень, я хочу ее видеть. Можно я надену? Асенька, одень. Девушка, я же не вам покупала, а жене. Так швыряться с подарками любимого мужа. Ну как? По-моему, очень мило. Угу. Угу. Простите. Пожалуйста. Настенька, ну вот и прекрасно. Мы помирились. Отдай ее той, кому покупал. А, оказывается, мы еще в ссоре. Оказывается. К вам можно? А, и ты тут. Тут. Ну, давайте теперь знакомиться по-настоящему. Вот это твой муж. Бывший. И будущий. А кто этот приятный молодой человек? Мама, ты хотела познакомиться с моими друзьями? Это мой друг. Вась, поцелуй маменьке ручку. Не балагай. Сын видного писателя Ковалева. Ковалева? Я хорошо знаю вашего папу. Он был в моем доме книги на читательской конференции. Прекрасный писатель. Ну, я пошел. И я пошла. Вы знаете, я обязательно передам ваш отзыв отцу. Всего доброго. До свидания. Заходите. Не очень приятный молодой человек. Марья Аркадьевна, я очень много слышала о вас. Да, я тоже о вас слышала. Настенька, как ты думаешь, вообще ты ничего о нем не знаешь? Ничего. Кто вот этот отвратительный парень? Да. Циник, нигилист, над всеми насмехается. Ага. И пьет. Что пьет, вы из такой прекрасной семьи? Пьет. Отца приложили в печать. А, кстати, вы читали? Что, разгром? О, частично. А я-то его сводила с читателями. Учтите, у вас тоже могут быть. Не валяй, неприятности. Дурака. Бери чемодан и уезжай. Как вы думаете, у них далеко зашло? Марья Аркадьевна, послушайте. Вы мать.
я не мать. Но так как я вас понимаю, вас не понимает никто другой. По-моему, зашло далеко. Хватит, Илья. Вы так думаете? Я в этом уверен, чутье. А, собственно, чего вам-то бояться? Он скоро инженер. А насчет отца? Чего ты стал сомневаться? Может, ругали не его, я не знаю. Да он шутит с тобой, тетя Муся. Ты что думаешь, я это сразу не поняла, что ли? Господи, из-за этого чертова мальчишки я забыла, зачем я пришла. Я же пришла мирить вас. Да. Вот видите, вы пришли, а мы уже помирились. Нет. А теперь рассказывайте подробно, что у вас произошло. Ведь, если не ошибаюсь, вы руководящий работник. И не первый год. Значит, придется докладывать подробно. Прошу вас. Уважаемая Мария Аркадьевна, я давно слышал о вас. Вы тонкий, деликатный, душевный. Я не боюсь этого слова, умный человек. Нет, ну, действительно, вы поймете. Вот представьте себе такая картина. Живет очень хорошая советская семья. Он обожает ее, она любит его. Он благодарен ей за все, что она дала ему в жизни. За покой, за ласку, за уют, за дружбу. Все прекрасно. И однажды он выходит на улицу. На улице толпа, городской транспорт, бегут троллейбусы. Не трепись. И в потоке людей, устремленном к вагону метро, он видит девушку. Конечно, она значительно хуже, чем его жена. Их даже не нужно сравнивать. Час пик, толпа. Их сближает, ну, в переносном смысле слова, естественно. И он понимает, что в ней есть что-то, чего нет в его жене. Чуть-чуть. И вот это чуть-чуть. Да, каюсь. Увлекся, потерял голову. Что я вам рассказываю? Разве вы этого никогда не испытывали? Нет. Никогда? Нет. Марья Аркадьевна, я ушел от Насти, которую очень люблю, от жены, которая принесла, и, я уверен, еще принесет мне много счастья в жизни. Да вообще, бросил дом, поступил как последний подлец. Самокритично. Конечно. А за самокритику всегда прощают. Ну, прощать не всегда прощают. Но иногда при рассмотрении вопроса смягчают. Ребята, у вас есть все, чтобы ваша жизнь была хороша. В семейной жизни бывают такие вещи, которые надо обходить. Обошел и забыл. И опять в доме покой, и опять в доме порядок. Настенька чудесная женщина. Она вас любит, вы любите ее. Господи, что разыгрывать Анну Каренину? Ване Карениной изменила жена. Настенька, не придирайся к Марье Аркадьевне. Ой. Да не все ли равно? Поцелуйтесь, а? Вы золотой человек. Видишь, как все просто? Просто. Возьми чемодан, езжай на вокзал, пообедаешь в вагоне. Ну как же ты мог так поступить? Бросить дом и уйти к первой попавшейся девчонке. Настя, ну давай все забудем. Но ведь ты же, наверное, ее так же обнимал, так же целовал. Говорил те же слова. Ну правда, давай все забудем. Что ты глупости говоришь? Ну как же это можно забыть? У человека есть память. Так память дана, чтобы помнить слова умнейших людей прошедших веков, цитаты, изречения. Ну, поцелуй меня. Ну, поцелуй. Сыр у нас есть? Я очень проголодался.
Ну что ж, все документы тут. Да, вот заключение леснадзора. Это анализы воды и воздуха. Итак, все же закрываем второй цех. Закрываем. Слушай, дай им еще одну пролонгацию. Мы уже два раза давали, дело тянется 3 года. Видишь ли, если мы не закроем цех, они никогда не поставят фильтры. Ох, и будет фантастический шум. Тут вмешается министерство, а глядишь и совмин. Ну что, там люди толковые, разберутся. Разберутся-то разберутся, но драка будет крупнейшая. Начнут все проверять, во все щели заглядывать. А может, нам с тобой как-нибудь поумнее? То есть как-то поумнее? Потоньше. Кое-что завод нам уступит, кое-что мы ему. Да какие тут могут быть уступки? Цементная пыль летит на деревья, лес усыхает, почва быстро смывается, городу грозят оползни, кислородный голод, возрастает заболеваемость дыхательных путей. Уступки. Но что ты кипятишься? Это процесс, который, увы, происходит во всем мире. Глобальная ситуация. И наш город вовсе не на таком плохом месте. Да чего ж ты прямолинейная, мать? Послушай, мы с тобой 3 года вертимся на одном и том же месте. Ну, нужно отважиться, наконец, и решать. Мы же ответственные люди. И нам доверено важнейшее дело. А что, ответственные люди всегда идут напрямик? Руководить – это на 80% быть дипломатом. И давай лучше пролонгируем. Пролонгация лучше, чем скандал. Слушай, мне надоело так жить и так работать. Я себя чувствую пешкой. Ничтожеством, понимаешь? Почему мы от всего уходим в кусты? Почему мы все время вертимся? Почему мы все время крутимся? Мне надоели вечные утряски. Мне надоели вечные согласования. Мне надоело ходить по кабинетам, где никогда никто ни черта не решает. Ну хорошо, хорошо, успокойся, садись. Ты продумаешь, я продумаю. Встретимся в субботу на сессии горсовета и решим с этим чертовым цехом. Ты все-таки помирилась с Ильей. Помирились. И зря. Значит, остаетесь. Да. Еще дней на 10, Илья уже позвонил, все уладил. Настя, скажи по совести, ты очень любишь Илью. Милая девочка, это... сложный вопрос. Ну, когда познакомились, очень. Вот когда познакомились, не очень. Понимаешь, была студенткой. Кругом все замужем. А я одна. Все одна и одна. Знаешь, женщине нельзя быть одной. Ты думаешь? Я знаю. Женщина без дома ничто, даже если она прима-балерина. А я просто баба, хоть и инженер. Ну вот и появился Илья. Веселый, смешной. Я и подумала, лучше с ним, чем одна. И это все? Поначалу. А потом прилепилась. Знаешь, как женщина прилипает к глазам, к пиджаку, к походке. Потом полюбила. Потом даже очень. А он? И он меня полюбил. Да. Но по правде сказать, мужчина действительно не может всю жизнь быть на привязи. На эти вещи, в общем-то, надо смотреть проще.
А то будешь, как моя мама. Что, мама? Всю жизнь проживешь одна. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, Наталья Петровна, это вы? Нет. А вы что, к ней по делу? Да, то есть нет. А Илья Федорович тут? Их никого нет. А откуда вы его знаете? Знаю. Пожалуйста, проходите. Прошу вас. Вот сюда. Садитесь, прошу вас. Спасибо. А зачем вам нужна Наталья Петровна? Я ее соседка и подруга, вы можете говорить со мной так же, как с ней. Вы не из Москвы? Из Москвы. Послушайте, а вы не та, которой уходил Илья? Да. А зачем же вы приехали? За ним. Ну, не надо, не надо. Расскажите мне все, как матери. У меня ведь тоже дочка ваших лет. Спасибо вам. Я люблю его. И он меня любит. Однажды он ушел на работу и не вернулся. Я узнала, что он здесь, и вот прилетела. Ну вот что. Летите обратно. Они уже помирились? Неправда. Милая моя, когда влюбляешься в женатого человека, надо быть готовой ко всему. Вам надо уехать. Я не уеду. А вам не совестно опять разрушать семью, которая уже восстановилась? Он не любит ее. Да кто это вам сказал? Он. Я люблю его. И никому его не отдам. И он меня не отдаст. А, еще одна Джульетта. Я виновата только в том, что встретила его позже, чем она. А раз встретила, то теперь он мой. И я его не оставлю. И он меня не оставит. Что бы вы там ни говорили.
очень рад, дорогая Наталья Петровна, что нам удалось с вами поговорить. Только, пожалуйста, не сердитесь на меня. Вы же понимаете, что не бывает семьи, где было бы все гладко. Я это понимаю, и меня бросил муж. Разве бросил? А Настя мне говорила, что он погиб. Нет, нет, он меня бросил. Вальс. Что? Вальс играют. Да-да. После фронта я закончила институт, и меня послали в деревню. Я там несколько лет проработала врачом. К больным приходилось ездить за 50 километров. На дровнях, иногда пешком. Время было трудное, надеть было нечего. Одна шинель. Роды, сыпь, корь, сердце. Одна на все руки. Вам это интересно? Да, интересно. А мой муж оставался жить и работать в городе. Писал мне оттуда длинные нежные письма. Я иногда плакала от восторга, когда получала их. Однажды он приехал ко мне. Восторгался, какие мы тут все герои. Затем снова вернулся в город. А через несколько месяцев я получила от него письмо, в котором он снова писал, что я настоящий герой, что делаю незаметные нужные дела. А в конце письма просил простить его за то, что он полюбил другую женщину и уходит к ней навсегда. После этого я год пролежала в больнице. Вы знаете, зачем я вам все рассказала? Ну, наверное, потому что я уходил от Насти. Да, я хочу, чтобы вы знали, как женщине трудно быть одинокой. Как бы она ни казалась твердокаменной, стойкой, она беззащитна. Она все-таки женщина. Вы знаете, Наталья Петровна, мне кажется, что в наши дни многое сдвинулось. И Настя не лежала бы из-за меня целый год в больнице. Илюша! Как? Ты здесь? Я приехала увидеть тебя. Ты с ума сошла. Лида, милая, пойми, мне нужно все постепенно уладить. В жизни столько настоящего горя. Зачем же делать серьезным то, что в сущности не является серьезным? Значит, все, что было у нас, несерьезно? Мы любим из всего устраивать драму. Жизнь прекрасна тем, что все в ней относительно. Все. И то, что сегодня кажется пустяком, завтра становится глыбой. И то, что сегодня кажется глыбой, завтра становится пустяком.
Значит, наша любовь пустяк. Лида, относись ко всему проще. Перестань возиться с птицами. Нервы, Аркадьевна, нервы. Конечно, отец у него человек известный. У кого? Очнись. У Асиного кавалера. И значит, материальная сторона в порядке. Ну, будем помогать. Конечно. Может быть, Аська будет с ним счастлива. Все-таки это хорошая партия при теперешнем дефиците. Я не хочу, чтобы молодость Аси прошла так же трудно, как наша. А ты? Я всегда хочу то, что хочешь ты. Вася, ой. Мама, вы ведь уже знакомы. А, желанный гость, проходите. Павлик, посмотри, кто к нам пришел. Это тот самый товарищ, о котором мы с тобой говорили. Тарасов. Вася. Тоже строитель. В июле защищает диплом. Желаю успехов. Спасибо. Да. Ну, садитесь. Да, пожалуйста, садитесь. Иди, иди, садись. Прошу. Да. Скажите, вы читали последнюю книгу Поливанова? Кого? Поливанова? Нет, не читал. О, сенсационно. В жанре детектива. Вы знаете, я не люблю детектива. А он с психологией. Да я не люблю с психологией. Господи, да не будьте вы таким. А вообще-то вы правы, искусство очень сильно отстало от жизни. Вы в этом уверены? Мама, не говори пошлых фраз. Скажите, вы тоже так же разговариваете с отцом? Знаете, я его редко вижу. Ах, да? Дети, дети. Мать всю жизнь старается, все делает своими руками. Директор городского дома книги. Уважаемый человек, общественница. Мам, ну какая ты общественница? А кто же я? Мамочка, ты сердишься на меня? За что? Ну, за то, что я помирилась с Ильей. Настя, возьму-ка я сейчас отпуск. И махнем мы с тобой вдвоем в Карпаты. Снимем комнату где-нибудь повыше, в горах. Мамочка, он тебе очень не нравится. А может, туристический рейс? Баку, Тбилиси, Батуми. Почему он тебе не нравится? С ним так легко и просто. Он всегда шутит. А может быть, это не так хорошо, когда все время шутят? Ну, мамочка, у тебя же всегда было чувство юмора. Ну, не такое, когда, смеясь и играя, затаптывают грязь все самое дорогое. Искренность, любовь, верность, преданность своим убеждениям. Да, я действительно от таких шуток теряю чувство юмора. Да, мамочка, ты себе верна. И всегда ищешь каких-то обобщений, явлений. Но если Илья это обобщение, то я это обобщение люблю. Вон продают фрукты. Давай купим к ужину. Друзья мои, я рада, что у Настеньки и у Ильи все хорошо. Я люблю, когда в семье хорошо. И я люблю. Браво! И знаете, я открыл секрет, чтобы в семье было все хорошо и спокойно. Мой метод прост, как все гениальное. Во-первых, я очень редко бываю дома. А во-вторых, я всегда и во всем согласен с своей женой, даже если она говорит совершеннейший вздор. Павлик! Впрочем, Мария Катина никогда не говорит вздора, потому что она мудра. Ой, не преувеличивай. Она еще и скромна, умна, скромна, молчалива. Дорогие товарищи, я скажу за него, от всей нашей дружной семьи. Да, у нас действительно очень дружная и счастливая семья. У меня хороший муж.
И, в общем-то, совсем неплохая дочь. Браво! И вот мы от всего нашего сердца поздравляем Настеньку и Илью с тем, что они вновь цементировали свою жизнь. Простите, что мы сделали? Да, цементировали. Наталка, ну давай выпьем за их счастье. Наталка, золото ты мое. Ты для меня все равно, как родная сестра. Спасибо тебе. А Настенка, как родная дочь. Да. Хочешь, давай дочками поменяемся? Садись. Эх, с кем бы женой поменяться? Вы знаете, Илюша, всю жизнь мы с Наталкой вместе. Как трудно было учиться. Девочек растить. У каждой по дифтериту, значит, два дифтерита. У каждой по скарлатине, значит, опять ночью не спать, дрожать. Господи, всю жизнь все вместе. Все вместе, однако по-разному. Да, помолчи, ты пьян. Вместе пришли в город, помнишь? Вместе на фронт ушли. Ну, Марусь, давай споем. Давай. Давай. На солнечной поляночке дугой. Ой, подожди. Давай лучше нашу, а? Давай. Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь доли своей. Может, крылья сложишь посреди степей. Ой! Дым под сапогами, степями, полями. Вы меня ради бога простите, я сейчас вернусь. Простите. Бушует пламя. Ты еще здесь? Я не могу без тебя. Вчера я позвонила маме. Она нас ждет. Я понимаю, тебе неудобно жить вместе с ней. Она переедет к сестре. Прекрасно. Только, пожалуйста, уезжай отсюда сейчас. Мы будем одни, совершенно одни. Очень хорошо. Только, пожалуйста, уезжай отсюда. Я никуда не поеду. Дорогие мои друзья, спасибо вам за то, что вы собрались, за то, что поддержали меня в трудный час. Прекрасно сказано. Действительно, в жизни много сложностей. Надо жить с юмором, проще, легче, веселее. Мы с Настей полетим в Москву, и я надеюсь, что все потечет по-прежнему. Я не верю, что будет по-прежнему. Привет. И откуда ты все знаешь, а? По-прежнему не бывает. Это поразительно. Да чего ты любишь всех судить? Чего это тебе кажется, что ты умнее всех? Сама живешь как вьючная лошадь. Мне нравится, как я живу. Конечно. Всю жизнь я гоняла на валах, на телегах, на курицах. Туда, куда другие не ездили. Настенька постоянно оставалась одна. Холодный дом. Да, мамочка. У нас действительно был холодный дом. Я ездила не гулять, а делала то, что мне поручали.
Боже мой, мы все делаем то, что нам поручают. Почему ты считаешь, что правильно жить – это трудно жить? Это ответственно жить, Маруся. Ну, конечно. Ты, конечно, идейная, а я, конечно, безидейная. Ты успокоившаяся? Слушай, ты просто завидуешь мне. Жизнь-то, она идет вперед, а ты все жуешь свою жвачку. Как ты смеешь мне так говорить? Ася! Ася, не надо кричать. Философы разговаривают тихо, задушевно. А с вами я вообще не хочу разговаривать. И она дура, что вернулась к вам, несчастная дура. Детство мы взрослые стали забывать, но играем вроде бы в прятки опять. Часто вспоминаются давние слова. Пора, не пора, я иду со двора. Пора, не пора, я иду со двора. Раз, два, три, ты плачешь? Ты плачешь. Плюнь, ты лучше всех. Подумай только, холодный дом у тебя. Да я помню твой дом с тех самых пор, как помню себя. Это самый добрый, сердечный, самый светлый дом, какой я знаю. Самый умный дом. Ой, тетка Наталка, любимая моя. Ну, прости меня, но я виновата. Не надо было мне начинать весь этот разговор. Я понимаю, что там это было неуместно. Но по существу я все-таки права. Ну, не нравится тебе Настя и Илья. Ну, случилось у них там что-то. Господи, у кого это не случается? Но ведь Настенька к нему вернулась. А ты вместо того, чтобы все сгладить, топорщишься, ершишься. Я не верю, что все будет по-прежнему. Не знаю, по-прежнему или там не по-прежнему. Но я их все-таки помирила. Может быть, напрасно ты их помирила? Ну, почему это напрасно? Нет, все вышло хорошо. А могло бы быть... Знаешь... Я не хотела тебе этого говорить. Я охраняла тебя и Настеньку от лишних тревог. Но ведь эта девчонка-то из Москвы, она приезжала сюда. Какая девчонка? Ну, это телеграфисточка. Ну, которая с Ильей там. Как она была здесь? Ну, да. Она искала Илью. К счастью, попала на меня. Ну, что? Что-что? Ну, я спровадила. Как это? Спровадила? Ну, как это? Взяла и спровадила. Ну, конечно, не грубо. По-матерински пожурила ее. Она даже поплакала у меня на плече. Господи, как ты можешь спокойно об этом говорить? А может быть, там горе? Ой. Настоящее человеческое горе, а ты... И вообще, по какому праву? Ты считаешь возможным вмешиваться абсолютно во все и безапелляционно за всех все решать. Что ты, что ты? А может быть, Насте нужно было сейчас избавиться от Ильи? Именно сейчас. Но рано или поздно она бы нашла свое счастье. Не залатанное тобой счастье. Свою любовь. А ты знаешь, я где-то читала, что по статистике самые прочные браки те, которые не по любви. Это статистика мещан. Мещан, не понимающих, что такое любовь. Тех, кто под словом счастье подразумевает только свое благополучие. А кто тебе сказал, что благополучие это плохо? Сейчас мы все стремимся к благополучию. Я говорю прямо и открыто. Я хочу жить хорошо. Хочу жить в отличной квартире. Хочу, чтобы у меня была красивая мебель. Я хочу хорошо одеваться. Хочу, чтобы моя девочка прекрасно устроилась в жизни. Это что, по-твоему, мещанство? Ну, тогда глянись вокруг. Ведь того, чего хочу я, хотят все. Это что же, все кругом мещане? Послушай, Мария, не тот мещанин, кто живет в отдельной благополучной квартире, а мещанин тот, кто испытывает восторг перед благополучием, для кого благополучие становится целью жизни. Опять ты ершишься, опять топорщишься. Не могу я больше слышать всю эту ерунду. О твоих дачах, сервантах, бриллиантах, машинах. Всю эту
пошлость. Это ничтожество мысли, цели. Задыхаюсь я от этого. Ну, ты подумала? Да. И я подумал. Дадим им еще год отсрочки. Никакой отсрочки. Цех нужно закрывать немедленно. Есть мнение, что закрыть цех невозможно. Значит, нужно бороться с любым мнением, если оно неправильное. Но все-таки не с любым. Здравствуйте. Это позиция секретаря горкома. Третьего. Бери выше. Второго. Выше. А первый секретарь горкома не может дать маху? Может. Но я этого ни разу не видел. Петр Николаевич, на минуточку. Простите. А, вот где мои главные враги. Здравствуйте. Скажи-ка нам, Николаевич, по совести, сколько тебе времени нужно, чтобы поставить настоящие фильтры? Честно? Честно. 2 года. Ты с ума сошел? Дадим 1/2 года. 1 год и 8 месяцев. Год. Ах, и дипломат же ты. Слушай, откуда ты взял себе такую суровую? Она у тебя когда-нибудь улыбается? Я что-то не замечал. Ты разъясни при случае, что есть на свете такая отличная штука, как компромисс. Так по рукам? По рукам. Вот она, диалектика в действии. Попререкались, подискутировали и достигли согласия, о чем и скажем в горкоме. Это вы достигли согласия, а не я. И тоже скажу об этом в горкоме. Тут товарищ главврач санэпидемстанции нарисовала художественную картину. Солнце гаснет, вода испаряется, человечество помирает, гибнут цветы, конец света. Не могу судить, что случится со всем мирозданием, но касательно моего завода скажу, все ее доводы раздуты. Все значительно спокойнее, и не надо истериковать. Во-первых, мы уже кое-что реконструировали в наших электрофильтрах, поэтому никакой особенной пыли быть не может. Но она есть. И в огромном количестве. И все это скорее женский эмоциональный, чем научный довод. Это во-первых. Во-вторых, цементная пыль не вредит растениям, а даже полезна. Ее даже применяют как удобрение. Это правильно. Но не пыль из цементных печей. И это правильно. И в-третьих, мы ведем печи на форсированных режимах не ради своей прихоти, а потому что стране нужен цемент. Понимаете, цемент, цемент и цемент. И мы не можем закрыть второй цех ни на день, ни на час, ни на минуту. И все-таки это придется сделать. Если хотите знать, что говорят ваши товарищи из санэпидемслужбы, так это то, что вы мешаете всем работать и ставите палки в колеса нашей индустрии. Здесь было предъявлено санитарной службе серьезное обвинение в том, что она ставит палки в колеса нашей промышленности. Да, порой наши товарищи смотрят на вещи односторонне. Но надо признать и другое. Надо признать, что, делая свое тихое, незаметное дело, санинспекция борется за здоровье людей. Да простят мне мой каламбур, но я думаю, что правильно сказать... Цемент нам нужен как воздух, а воздух как цемент. Поэтому решим просто. Завод требует для установки фильтров 2 года. А мы дадим 1 год. Пусть напрягут все силы и окрыленные важностью задачи совершат то, что требует интересы народа. И, конечно, не надо ставить так круто вопрос, как это... К несчастью, столь часто делает товарищ Ермолов. Правильно я говорю? Нет. Ну как? Отпусти подлиннее. Так? Еще чуть-чуть. А? Во, хорошо. Ну вот и прекрасно. Еще чехол осталось дошить. Ой, тетка Наталка, ну шьешь ты просто замечательно. Ну так практика. Распашонок вот таких вот для тебя начинали вместе с твоей мамой. Ой. Фух. Ой.
Что так? Тетка Наталка, ты не подумай, что я ее не люблю. Ну, понимаешь, столько слов. Все что-то говорит, говорит, учит, учит. А вот будут свои дети, тоже учить будешь. Я? Ни за что. Ни за что. Вот скажу, дети, жизнь. Это сложно. А вот скажу, дети, вы. Это тоже сложно. Теперь идите, живите. Больше я вас ничему научить не могу. Будешь. Будешь учить. Хотя кто знает, как можно научить жить. Тетка Наталка, а давай сожьем тебе такую юбку. Старая для такой юбки, Аська. Ты никогда не будешь старенькой. Ну, оставь. Слышишь, никогда не будешь старенькой. Тетка Наталка, а тебе нравится Вася? Нравится. Нравится? Тебе он очень нравится. Я люблю его. Тетка Наталка, хочешь, я тебе скажу одну вещь? Мы с Васей поженимся и уедем отсюда. Господи, куда же ты? Куда его распределят? Хоть на край света? Хоть на край света. Ты, матери, ты сказала об этом? Тебе первый. Ох, Аська, Аська. Ну что ж, на край света. Так на край света, пока молодость. Что с тобой, тетка Наталка? Да что с тобой? Хочешь, поедем с нами? На край света. Ладно, давай шить. Поздно уже. Перестань быть ребенком. Ты уже взрослая и должна все понимать. Что понимать? Я вернулся к жене. Понимаешь? К жене. Все, что было между нами, это было прекрасно. Но все это прошло. Так в жизни очень часто бывает. Поверь мне, очень часто. Не от меня зависит, я всего лишь человек. А я? Ну, что ты хочешь? Что ты меня терзаешь? Лида, пойми, времена Петрарки, Лауры, это все безвозвратно ушло. Заоблачная любовь. Рыцарство, ревность, страсть. Все это выдохлось. Влюбленность, бессонные ночи. Мечты, встречи, признания. Ничего этого в мире нет. Нет, Лида. Нет, нет, нет. А что же осталось? А, заходи, Наталья Петровна. Принимай поздравления с полной победой. Противник отступает. Мелкие арьергардные бои не в счет. Спасибо. Победа наша общая. Ну что ж, опять дела? Да, опять дела. Наталья Петровна, победитель должен быть милосердным. Дай ты мне отдохнуть от тебя хотя бы неделю. Идеи. Да есть. Одна. Ну, садись. Слушаю. Помнишь, я зимой ездила в Балашовск. Я рассказывала. Угу. Ну, новый город. Большое строительство. Два завода, один уже под крышей, а вот санэпидемслужба.
Только-только. Помним. Прекрасно помним. Они дважды челом били, чтобы перевести тебя к ним. Так ты об этом? Да. Ну, не беспокойся, мы тебя никуда не отпустим. Отпусти. Что? Отпусти в Балашовск. Так что случилось? Да нет, ничего не случилось. Только давай на чистоту. Это из-за твоего начальника. Замгорздрав. Да, действительно, он тебе не подмога. Он какой-то такой робкий, что ли? Да нет, ну, он здесь ни при чем. А что? Что-нибудь с жильем не в порядке? Так мы тебе новую квартиру в новом доме с полезным пластиком. Может быть, сугубо личное? Ты женщина свободная, красивая. Спасибо за комплименты. Так, ну что ж, значит, мы тебя никуда не отпустим. Вот и все. А сейчас, извини, у меня начинается прием. Хочешь по-честному? Ты знаешь, что в человеке умирает прежде всего? Желание сняться с якоря. Сменить стоянку. Не быть на приколе. Готовность быть там, где ты, всего нужнее. Но ты здесь нужна. Нам нужна. Ты что, не отпустишь? Слушай, я ведь уйду на пенсию. Ты на пенсию? Ну, как только придет время. Не смеши. Я прошу тебя, отпусти. Ведь никогда в жизни у тебя ничего для себя не просила. Якорь испугалась. Так. Ну, хорошо. Поезжай на годик. Наладишь там дела и возвращайся. Ну вот. Спасибо тебе. Не торопись. Обком еще может не утвердить. Мам, а где тетка Наталка? Они в бегах за покупками. А, цветы. Ася, я сегодня встретилась с Ковалевым. Мы полностью договорились насчет вашей свадьбы. Вы пока будете жить у них. Мама, сколько раз я тебя просила не вмешиваться в мою жизнь? Послушай, Ася, за что ты меня не любишь? Я тебя... Это страшно, так любить свою дочь, как я, и чтобы она тебя так не любила. За что? Мамочка милая, я тебя очень люблю. Я знаю, что ты меня любишь, но мне с тобой... трудно. Почему? Ася! Почему, девочка моя? Не знаю. Впрочем, все это уже позади, мы уезжаем. Куда? По распределению. Банальная ситуация из пьес, которые так тебе нравятся, мам. Мы уезжаем через месяц, как только Вася защитит диплом. Будем жить, как умеем. А институт? Ты что, его бросишь? Я его уже бросила. Ведь это ты хотела, чтобы я училась в этом институте, а не я. А жить-то мне. Буду учиться в другом городе и в другом институте. Слушай, мамочка, вот мы с тобой прожили уже почти 20 лет под одной крышей. Мы с тобой говорили обо всем. О платьях, о кино, о космонавтах, прическах, о событиях на Востоке, но обо всем. Но ты ведь совершенно не знаешь, какая я. Ты любишь меня? Люблю. Ну почему же ты говоришь таким скучным тоном? Настя, ну хватит этих сцен. Господи, уже митинговали, праздновали, отмечали. Дай отдохнуть. Ну я тебе говорю, я тебя люблю. Я тебе 100 раз говорил, я тебя люблю, понимаешь?
Мир не перевернулся, все по-прежнему, все на своих местах. И не надо было приезжать сюда, тревожить твою маму, ее подружек. Но я тебе говорю, я тебя... Я все же хотела бы поговорить с вами на прощание. Мы теперь, вероятно, не скоро увидимся. Ну что, Наталья Петровна, скоро, очень скоро. И потом мы будем жить 200 лет. Я буду каждый год приезжать к вам в гости. Ну, в общем, так. Не обижайте Настю. Будьте с ней добры и честны. Она вас любит. Она доверчивая, очень легко обмануть. А я бы не хотела, чтобы вы этим пользовались. Вот, собственно, и вся моя просьба. Хотя, повторяю, я не верю в то, что у вас с ней сложится жизнь. Наталья Петровна, можно мне тоже сказать вам два слова? Только вы, пожалуйста, не обижайтесь. Мне кажется, что вы слишком серьезно ко всему относитесь. Зачем вам уезжать отсюда? Вы хотите этим что-то доказать? Самопожертвование быстро забывается. А у нашего века память короткая. Вы полагаете? Я в этом уверен. Вы думаете, что помогаете истории? Что люди будут жить все лучше и лучше? Я убеждена. А мне кажется, что истории нет дела до людей. Да. Я долго жила, воевала. Ходила по свету и насмотрелась на самых разных людей. Но вы самый страшный из всех, кого я знала. Ну, спасибо большое. Я просто трезво смотрю на вещи, Наталья Петровна. Знаете что? Вот через год я приеду к вам в гости, и тогда мы продолжим дискуссию. Не приезжайте. Это в шутку. Всерьез.
Ну, вот и все. Кажется, ничего не забыли. Ну что ж, шампанского на дорогу. Извините, задержался. Спешу сюда. У гостиницы толпа. Что такое? Девушка бросилась с 10-го этажа. Насмерть. Что делать? О, каждый час на земле умирает 3000 человек. Дорогая мамочка, я долго не решалась написать тебе это письмо. Понимаешь, все началось с того, когда к Илье пришла мать той самой девочки. Ну, той, которую я называла телеграфисточкой. Ведь это она выбросилась тогда из окна. Теперь, когда пришла ее мать, все стало ясно. Она хотела узнать кое-какие подробности. Даже ни в чем не обвиняла Илью. Только все плакала и плакала. А он был просто снисходителен. Он говорил с ней, как будто читал лекцию. Говорил о закономерности жизненных катастроф, о каких-то там генах самоубийства, которыми отдельные человеческие особи, он так и сказал, особи, наделены от рождения, и что в таких случаях эти жизненные катастрофы неизбежны. А когда она ушла, он даже пытался шутить со мною. Это было ужасно. Что же мне делать? Все это действительно гораздо серьезнее. Ты была права. Я только сейчас начинаю понимать, как же мне жить дальше. Я оставила Илью. Ну что ж, это должно было случиться.